Департамент спорта города Москвы, учредитель футбольной школы Чертаново. ОАО «РЖД», генеральный спонсор Кубка Колыванова. За пределы поля его отправляют. На чужой половине поля мяч контролируют казанцы, пытаются через левый фланг сконструировать свою новую атаку. Аут всего лишь с другой стороны у них получается. Брошен он, подача в центр штрафной. Возможно, вот тут опасный момент, удар и гол! Получилась атака у казанцев, получилась и достаточно хороший удар. И казанцы фалят, и 14 номер команды из Татарстана получает желтую карточку. Шкимарданов Оскар получает предупреждение. Надо быть ему осторожнее, как и надо быть осторожнее Чертанову в передачах. Выход 1-1. Удар 2-0. 2-0. Ну, уважаемому Санта-Бате хочется, конечно, передать привет, в кавычках, и сказать о том, что все-таки у нас тут хороший, интересный детский турнир. И если вам чуть позже с вами поговорим, потому что сейчас гол забивают чертановцы. 21 номер. Побежали чертановцы прессинговать. И здесь какой неудачный вынос от Матвея. И пустые ворота. 2-2. Именно эти цифры сейчас на спине у Евгения Селедочкина. Именно эти цифры сейчас будут на табло. Опасный мяч влетает в ворота Чертанова. На ближней штанге замкнул передачу с углового. Восьмой номер Рубина, Сергей Языков. 3-2, казанцы впереди. Помогай. Да нет, я на самом деле так неправильно все посчитал. Конечно, в 15-10 начали, плюс 25 это 15-35. То есть идут последние минуты все этого матча. И вот, пожалуйста, финальный свисток, который фиксирует победу Рубина Казанского над командой Чертанова 2. Таким образом, уже завтра казанский Рубин сыграет в матче за итоговое 5-е место на турнире с победителем матча Чертаново-Строгино. Департамент спорта города Москвы, учредитель футбольной школы Чертанова. ОАО «РЖД», генеральный спонсор Кубка Колыванова.